Спонсор прогноза погоды – компания ЗАО «Эвалар». Если смена погоды ухудшает самочувствие, принимайте лекарство «Гинкоум». Реагируйте на погоду. В любую погоду лекарство «Гинкоум» устраняет головную боль, головокружение, шум в ушах. «Гинкоум» в 2 раза дешевле аналога. С вами прогноз погоды на пятницу, 7 октября. И я, Татьяна Аксенова. Здравствуйте. На просторах Алтайского края в заключительный день этой рабочей недели погода будет пасмурной на всей территории. В отдельных городах и районах края пройдут осадки в виде дождя. Днем столбик термометра окажется в интервале от плюс 2 до плюс 7 градусов. А теперь в деталях. Теплее всего днем в пятницу в Бийске, где ожидается 7 градусов тепла. День пройдет без осадков. Чуть прохладнее в Алейске и Белокурихе, плюс 6 градусов. В Алейске возможен небольшой дождь. В Заринске и Змеиногорске 5 градусов тепла, в Кулунде и Славгороде плюс 4, везде пройдут дожди. Холоднее всего будет в Рубцовске и Тальменке, где ожидается плюс 3 градуса, и в Камне-на-Оби, всего 2 градуса выше нуля. В столице мира и края днем 7 октября плюс 6 градусов, пасмурно, дождь, ветер южный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров. На этом все. С вами была Татьяна Аксенова. Одевайтесь теплее. Хорошего дня.